Более 13 килограммов гашиша изъяли пермские оперативники у 55-летнего уроженца одного из государств Закавказья, который хранил крупную партию наркотиков в иномарке, припаркованной во дворе жилого дома в Мотовилихинском районе. Наркодилера задержали с поличным при сбытии килограмма зелья. Спецоперация проходила с участием бойцов отряда «Гром». Что там? Там это гашиш. Гашиш? Сколько? Ну, я не знаю. Сколько. Примерно 9-10. Упаковка какая упаковка? Маленькую. По сколько вес? По полкило. По полкило, да? Каждый. После задержания в автомобиле и в жилище дилера сотрудники наркоконтроля провели обыски. В машине оперативники обнаружили и изъяли 12 килограммов гашиша. Понятые, подойдите поближе. Ох ты ж. В бардачке пакет. Да? Кроме того, 1 килограмм гашиша был изъят у покупателя, который также задержан. В квартире сбытчика оказалось еще и около 500 граммов героина. Нашли и наличные. В машине было изъято 300 тысяч, и при проведении обыска у сбытчика также была изъята большая сумма денег, в сумме около 500 тысяч. По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела, которые объединят в одно производство. Юлия Алеева, телевизионная служба новостей.